Здравствуйте! В данном видеоуроке будет продемонстрирован процесс вязания крючком узора слезы индейца. Так выглядит образец. Данной схемой можно вязать большие полотна, то есть шарфы, возможно даже пледы. Значит, для вязания данного узора используются столбики без накидов и столбики с двумя накидами. Для данного узора был использован крючок номер 3 и пряжа 9 цветов. Смысл вязания в том, что провязывается крайние 5 рядов столбиками без накида, и, соответственно, с этого края также будут провязаны 5 рядов столбиками без накидов. Затем 8 рядов разных цветов провязываются следующим образом. Значит, начинается, прикрепили нить, столбик с двумя накидами на третий ряд ниже, затем чередование 8 столбиков без накида, один столбик с двумя накидами. В следующих рядах идет смещение на одну петельку. Обращаю ваше внимание также на то, что каждый ряд начинается и заканчивается, при этом оставляются нити. То есть вязание идет только в одном направлении, справа налево. Такой узор можно провязывать и на меньших количествах петель. То есть можно выбрать не 9 основных цветов, а, скажем, на 2 меньше, 7 основных цветов. Тогда надо будет провязывать не 8, а 6 столбиков без накида и также столбик с двумя накидами. Все зависит от того, что вы хотите связать и как это должно выглядеть. Еще раз повторюсь, здесь используется 8 столбиков без накида, 1 столбик с двумя накидами за третий ряд. То есть от этого 1, 2, 3 и провязывается. Приготовьте крючок, пряжу и приступайте. Итак, приступаем к вязанию. Начинаем вязать нитью голубого цвета. Нам нужно провязать 37 воздушных петель, при этом оставлять хвостик 10-15 сантиметров. Делаем так, либо больше может получиться хвостик, в конечном итоге мы все равно их подровняем. Так, сделали петельку и набираем 37 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Через 38-ю протаскиваем нить нужной длины и обрезаем. Цепочку из воздушных петель связали. Теперь вяжем первый ряд. Хвостик оставляем.
Крючок вводим в первую петельку, нить вытягиваем, затем смотрим, чтобы нить шла от клубка, эту нить протягиваем, то есть фиксируем, делаем одну воздушную петлю подъема, затем провязываем столбики без накидов в следующую петельку. И так далее до конца ряда. Протягиваем и провязываем. Протягиваем и провязываем. Таким образом провязываем до конца. Тридцать шесть, 37 провязали. Теперь через эту петельку нить протягиваем. Так, протянули и обрезаем необходимой длины. Обрезали и до конца протянули. Узелок зафиксировали. Так, первый ряд у нас провязан. Теперь вяжем второй ряд. Всего нужно провязать 5 рядов столбиками без накида. То есть так, что мы делаем? Тоже хвостик примерно такой длины оставляем, крючок вводим, нить протягиваем, также смотрим, чтобы нить от клубка шла здесь, фиксируем, делаем одну воздушную петлю подъема, затем также провязываем, но обратите внимание, провязываем мы за заднюю стенку петли, вытягиваем и провязываем, вытягиваем и провязываем, вытягиваем и провязываем, провязываем таким образом 5 рядов. Обязательно здесь хвостик оставлять, и потом их подровняем, и в конце ряда тоже хвостики оставлять. Итак, выполняем 5 рядов. 5 рядов провязали. Теперь берем нить другого цвета, хвостик захватываем, фиксируем, воздушная петля подъема, затем делаем 2 накида и провязываем 1, 2, 3 на 3 ряда ниже за переднюю стенку петли, вытянули, 1, 2, 3 столбик с 2 накидами. Теперь 8 столбиков без накида. Вытягиваем, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Теперь чередуем 1 столбик с двумя накидами на 3 ряда ниже. 1, 2, 3. Вытягиваем. Провязываем. И так далее. 8 столбиков без накида за заднюю стенку. 1, 2. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 2 накида, 1, 2, 3. Вытягиваем нить, провязываем. Раз, два. И 4, 5, 6, 7, 8, 2 накида, 1, 2, 3. Протягиваем. Провязываем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Нить протягиваем. И обрезаем. Вытягиваем и фиксируем. Таким образом мы провязали 6-й ряд. Затем берем нить другого цвета и продолжаем таким же образом, только со смещением. Берем нить, фиксируем, протягиваем. Фиксируем, петля подъема. Значит, смещение происходит следующим образом. 1 столбик без накида.
столбик без накида, затем 2 накида и на 3 ряда ниже. 1, 2, 3 за эту переднюю стеночку. Протягиваем. Провязываем 8 столбиков без накида. 8 над столбиком с 2 накидами, затем 2 накида, 1, 2, 1, 2, 3 на 3 ряда ниже, и опять чередование 8, 1, 8, 1. Провязываем ряд до конца. Столбик с 2 накидами. Также обращаю ваше внимание на то, что идет смещение. За счет этого 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. 7 столбиков без накида получается в конце. Так, и фиксируем. Протягиваем. То есть, если здесь 1, тогда здесь на 1 меньше. И так смещение происходит. Затем берем нить опять другого цвета. Вот она, нить другого цвета. Фиксируем ее. Хвостик подлиннее. Так. Протягиваем. Фиксируем. Воздушная петля подъема. Значит, здесь 1, тут 2 раза. 2 столбика без накида. 1, 2. Как раз над этим столбиком 2 накида. 1, 2, 3 на 3 ряда ниже. Протягиваем нить. Провязываем. Затем 8 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4,
5. Шесть, семь, восьмой, восьмой, затем два накида, раз, два, три, на три ряда ниже. И так идет дальше чередование. 8, 1. Выполняем вязание рядов таким же образом. Так выглядит вязание после 8 рядов по одному ряду цветных нитей. Затем так, обратите внимание, здесь было 7, здесь 1. Затем идет чередование. То есть берется нить первого цвета и провязываются следующие ряды. И затем опять чередование этих цветов. Процесс вязания довольно-таки легкий. И орнамент получается красивый. Сколько вы будете в ширину вязать, то есть количество рядов, это зависит от того, какое изделие вы хотите сделать. Так выглядит лицевая сторона, так изнаночная. Итак, выполняйте нужное количество рядов. Когда провязан ряд первого цвета, то есть последний столбик с двумя накидами был на последней петельке, да, значит, следующий ряд, следующего темно-синего цвета, нужно провязать таким образом, чтобы первый столбик с двумя накидами, значит, был здесь, в начале ряда. Поскольку у нас идет смещение, то есть как делаем, вставляем крючок, как всегда, протягиваем нить, протягиваем, так, это здесь, нить от клубка фиксируем. Столбик, вот так, воздушная петелька, затем сразу делаем 2 накида, здесь 1, 2, 3, на 3 ряда опускаемся, раз, два, три, и затем идет у нас чередование, 8 столбиков без накида и один столбик с двумя накидами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, столбик с двумя накидами, раз, два, три, провязали. То есть, как и в самом начале у нас было, зафиксировали и сразу столбик с двумя накидами. Таким образом выполняем вязание нашего полотна.
обязательно следим за смещением и в начале ряда, когда темно-синий цвет, то есть второй цвет, значит, провязываем столбик с двумя накидами. Так выглядит полотно после двух раз чередования цветов. Для образца этого достаточно, но если хотите, можете продолжить еще раз, то есть сколько вам нужно в ширину. Последние ряды завершающие должны быть такими же, как и начальные, то есть 5 рядов столбиками без накида, такого же цвета, как первые 5. То есть здесь нужно их провязать. Провяжем. Крайние 5 рядов столбиками без накида провязаны. И полотно, узор наш готов. Это лицевая сторона и изнаночная. Все ровненько. Итак, ставьте класс, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал и, конечно, пишите комментарии. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!